Ежедневно мы заходим в социальные сети, делимся новостями и размещаем фото. Но один необдуманный пост может иметь серьезные последствия, если значимая информация не соответствует действительности. В УК РФ предусмотрена статья за публичное распространение заведомо ложных материалов. Под заведомо ложной информацией, в том числе касающейся распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, понимается та информация, которая изначально не соответствует действительности, и лицу, которое ее распространяет, было заведомо известно об этом. За нарушение статьи предусмотрено наказание – штраф в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет. Важно, под распространение информации попадают и материалы, автором которых вы не являетесь – репосты. Хоть и к ответственности привлекаются точно знающие о ложных сведениях, все же лучше не рисковать. И перед публикацией задуматься, уверены ли вы в достоверности информации.